2022 год – чрезвычайно важный год в истории КПК и Китая. Успешное открытие 20-го съезда КПК демонстрирует грандиозный план построения современного социалистического государства. Подходит к завершению первой столетней цели и начинается движение к осуществлению второй столетней цели. Выходя из Дома народных собраний, депутаты испытывают душевный подъем и ответственность. Так рад о прошедшем годе и последних 5 годах наполнен надеждами на будущее. В частности, в нем говорится о необходимости динамичного развития цифровой экономики. Как представители технологической отрасли, я цитирую все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие цифровой экономики и в будущую модернизацию традиционной обрабатывающей промышленности. Доклад о работе правительства, особенно в этом году, подчеркивает необходимость развития проекта по повышению потенциала производства продовольствия, включая улучшение предложений цен на сельскохозяйственные материалы, что больше всего волнует наших фермеров. Обеспечив стабильность предложений цен, правительство снизило себестоимость производства сельскохозяйственной продукции, увеличив доходы фермеров, что удовлетворяет потребностям фермеров. Кроме того, возрождение промышленного семеноводства придало нам больше уверенности и укрепили нашу веру в научно-исследовательскую селекцию. Это очень обнадеживает, особенно нас, частные предприятия, укрепляют уверенности, мотивируют увеличивать инвестиции в исследования и разработки, науку и технологии, чтобы развивать собственный бренд и укреплять силу китайского бренда. 2023 год – первый год, когда Всекитайское собрание народных представителей 14-го созыва и его постоянный комитет выполняют свои обязанности в соответствии с законом. Депутаты заявили, что будут добросовестно выполнять свои обязанности и объединяться в борьбе за построение современной социалистической страны и всестороннее содействие в великом омоложению китайской нации. Мы вложили значительные средства в образование и медицинскую инфраструктуру, и государство оказало нам в этом большую поддержку. Мы уверены, что сможем развивать наши специальные отрасли.